Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Murder Mystery 2 на автофарм вот таких вот бляжных мечей. Не знаю, как правильно они называются. Ну, пофиг на название. Короче, смотрите, что вам нужно сделать. Переходим по ссылке в описании на мой сайт. Далее, после того, как перешли на сайт, нажимаем на вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент пока что работает только он. Ну, есть и другие, конечно же, читы, но на сайте именно вот из вот этих всех читов работает только Fluxus. Также к этому видео прикреплю видео о том, как скачать этот чит. В принципе, сложного там ничего нету. А еще забыл сказать то, что он используется с ключ-системой. То есть, чтобы сначала вам использовать этот чит, нужно получить будет ключ. Ну, в целом там не сложно. Я думаю, посмотрите и поймете. А далее, после того, как скачаете, в поиске пишем Murder Mystery 2, нажимаем поиск. Здесь очень много всяких разных скриптов есть, но нам нужен вот первый по счету скрипт, который я сегодня добавил. Сегодня получается 8 июля. И вот этот скрипт, он работает на автофарм. Именно только для автофарма он предназначен. Значит, нажимаем кнопочку «Скачать», далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт. Так, давайте для начала в игре побегаем, чтобы инжект лучше прошел. Дальше нажимаем кнопочку «Ввести» и ждем, пока заинжектимся. Так, все. Инжект прошел. Вот справа в нижнем углу появилась надпись. Отлично. И дальше нажимаем «Запустить». Вот скрипт появился. Дальше что нужно сделать? Включить функцию «Ball Farms». Просто ее включаем и смотрим, что происходит. Значит, у меня с каждым разом прибавляются вот эти вот мечи пляжные по одной штуке. Тут еще есть кнопочка Invis, но я бы не сказал, что она хорошо работает. Давайте нажму, покажу. Он вроде бы на секунду пропадает, ваш персонаж, но потом в скором времени опять появляется. Так что можно даже сказать, что эта функция все-таки не работает. И последняя функция — это анти-авк. Это чтобы вас не кикало с игры. То есть, когда вы не делаете никакие действия, то у вас кикает с игры через 20 минут. Вот. Эта функция предназначена для того, чтобы вы могли уйти от компа там на, допустим, 30 минут, час, там, не знаю, пойти погулять, покушать. Естественно, вы в это время не сможете ничего делать за компом. И с помощью этой функции у вас не сможет вылететь. То есть, за вас будут какие-то действия делать. В принципе, полезная функция. Но на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Испан. Не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. На этом все. Всем удачи и пока.